Не пакідайце дзяцей адных. Супрацоўнікі МНС знаходзяць новыя фарматы профілактыкі надзвычайных здарэнняў. Так у Салігорску на хлебабулачных вырабах з'явіліся тэматычныя наклейкі. Ідэю ратавальнікаў ахвотна падтрымалі на мясцовым хлебазаводзе. Наклейкі для сацыяльнай рэкламы былі падрыхтаваны тыражом у 10 тысяч экземпляраў. І цяпер на прылаўках магазінаў можна знайсці хлеб, батон, пернікі ці абаранкі з тэматычнымі эмблемамі. Хлеб – это продукт, который есть в каждом доме. Поэтому мы решили задействовать его для размещения важной информации. Теперь на прилавках солигорских магазинов можно найти хлебобулочные изделия, на которых будут размещены наклейки напоминания. Люди реагируют на данную акцию очень положительно. Действительно, увидев на хлебе данную наклейку, действительно, некоторые вспоминают о том, что действительно, да, действительно, к детям надо относиться более внимательно. Да, действительно, детей нельзя оставлять без присмотра. Такая же социальная реклама в ближайший час будет появляться и на других популярных продуктах.